подходы более яркие, цвета у Samsung, а у этого немножко такие, нет, более вода. Приглашенные, да? Это, что это говорил? Сережа? Да. Сережа? Что это? Я не сделаю. Это их. Который последний? Я вас на видео снимаю. Вы общайтесь, общайтесь, общайтесь. Гриш, а снизу солнышко нормально? Нормально, нормально. Я поэтому и сейчас стал снимать, думаю. Ярко. Думаю, уже вечереет, чтобы снять. Господи, посидели здесь на природе. Что за комнаты в одной и в другой комнате? Не ну что, узнали? Нет. Сказали, что будет отмечать сегодня здесь. Да. Без происшествия. Нет, дискотека может быть и здесь. Ну давай, я не пойму, говорить. Да. Можно всю ночь сидеть, музыку включить. Да. Танцуйте, сидите, как хотите. Это ваше. Мы тем более планируем. Кофе есть натуральный, давайте. Напиться можно. И... Кофе. И продрезвить. Еще там водка есть. Давай, Гриш. Ага. Давайте. Гриша, за тебя. За тебя. Спасибо вам огромное. Вы самые лучшие на свете. Не грусти. И чтобы сдержал компанию. Ты только с планшета. Не, так я вас на память снимаю. Сейчас уедете, а я хоть смотрю. Не, я поддерживаю компанию, но только я не пью. Самая... Ты с ним в разнос пошла. Да. До дна, самая до дна. Вот сейчас до дна. Она за сына пьет, да? Конечно. У нее первый. Знаешь, когда родился сын, вот такая полная, что шел в магазин, они все мертвы из роддома, и прямо сын шел с сыном. Они, давай, поставь, говорит, ну вопрос, пошли в магазин. Пошли в магазин, я взял 50 банок, считай, 50 банок, там пьяный был, то я ни в раз не был такой пьяный. Взял, дал этот продавец и сказал, что пар пива, закуска. На 50 бань, а 50 бань это пол лея, да? Ну это да, и еще сдачка. Хорошо так в магазин ходить. Я такой пьяный был, когда Алин родился. А потом... Они тебе все дали? Нет, да все, Тамара дала мне все. Записала? Сказала, что завтра ты приедешь. Не на второй день, но я не помню. Вот это. На второй день я приезжал. Саш, одевай здесь эти... Только брюки одевай и кофе. Зашел в магазин, а там поздравляю Игорь с туда-сюда, еще это лесница. Тот поздравил, да, знаю, я просто не хотел, потому что две женщины. Взял шампанское, две конфеты там поставили, чтобы как-то угостить. И сказать тебе что-то, или на видео, или там, да я устал. Я уже понял. Но она когда говорит, я там садись. Сядь вот здесь. Вот тут садись. Птичка улетела, место чуть-чуть горело. Бери этот случай. Там еще мягче. Вот и у меня больше. И раз, вот что у меня. Вот такая. Хороший, да, хороший, сын родился. Отец сделает виноград 50 лет. Не только из этого, из винограда, но он чистит там виноград, вот это розы. И только взял, сделал 50 лет. Вот когда все родился, он открыл эту бочку. Вина как шампан. Вот так. Да он два дня выпил. 50 литров. Да он сколько гостей были.
Ну, молодец, а как же? Надо же внука обмывать. Ну, общайся, мам, общайся. Общайся, мам, общайся. Общайся, общайся. Мы состоим... Ай, мы один Игорь у нас. Мы молодцы женщины. Игорь, что ты? Ее тоже молодец. Молодец, конечно. Молодец. Закусывайте, берите мясо. Ешьте шашлык, гляньте еще сколько шашлыка. Я предлагаю побегать вокруг пруда. Не, ну на природе нормально, а прикинь, вот так дома сидеть там, да? Ой, там время, там да, вообще бы скукота бы. А мы спим на полу, я говорю, даже диван не разложен, спим на полу. А сейчас наоборот хорошо, это не жарко, да, так вот именно, такая классная. А еще что, у меня пуховая одеялка, ой, ничего. Катайся по всему полу, куда хочешь, хочешь право, хочешь лево. А, сейчас я сяду, сейчас я чуть-чуть вас поснимаю, чтобы на память осталось. Да у тебя да. Память сейчас не будет. Потом, он потом смонтирует, что там вырежет, что там останется. Да. Не, я не буду монтировать, все пусть естественно будет, как будет. Как было, пусть так и осталось. Да, да. Все равно правильно. На самом деле, потому что Кришна не умеет монтировать. Как прямой эфир. Ну ты ему поможешь. Нет, это на самом деле, потому что я хочу, чтобы все было естественно. Да. Давай мы тебя поснимаем. У меня есть. Давай я тебя поснимаю. Сейчас. Давай, иди. Общайтесь, а я раздеваюсь. Вот так, держитесь, ну, чтобы сюда не нажать никуда. Не-не-не, ну я поняла. Иди, общайтесь. Ну, вот так. Все понятно. Вот такие цвета яркие. Да, он снимает вообще класс. Саша, что ты там делаешь? Я же все снимаю на видео. Да что-то там, что-то у него там. Нет, нам еще нет. Не, у нас тут теплее, чем у нас там дома. Вот в дме... Ну вот у нас там север ниже. Вы в лесу, как в лесу. Где, у вас там холодно, да? Болото и лес. Да, да, да. Вокруг. Да что с кроватки? О жизни. Не хотите вы в ночной клуб? Ой, Гриш. Вы в Испании, да? Тут так хорошо. Какой ночной клуб? Ни с чем не сравнится. Там дышать нечем. Накурено, ага. Ой, точно. А тут даже никто не курит. Видишь, как хорошо. Вагон для некурящих. А ты снимал вообще весь пруд, Гриша? Да. Снимал? Несколько раз. Да. Тридцать? Подключите устройство к электрической зарядке, розетки для зарядки, а то, короче, в общем, батарея разряжена, видишь? Что? Да. Завтра уже навряд ли будут собираться все на работу. Это уже уехали, в смысле, народ. Он говорит, завтра будет много народу. Я говорю, завтра уже навряд ли.